Всем привет! С вами Лариса. Пригласили меня пару недель назад, это где-то в начале января, пригласили меня на аукцион в один из клубов. Ну что, кто же отказывается от аукциона? Аукцион был просто только для членов этого клуба, но мне сделали исключение. Так как я уже познакомилась с русской девочкой, которая живет в том районе, спросила, если я могу ее пригласить. Естественно, могу ее пригласить. Вот. Ну что, взяла грех на душу. Настюше очень все понравилось. Она подписалась в этот клуб. Вот, так что у нас в нашем полку прибыло, как говорится. Ну что. Естественно, я с аукциона не ушла с пустыми руками. Сейчас вам покажу, что я купила по порядку. Так, это у нас бифренария тиранфина. В общем, она должна быть розовой. Это деленка. Как видите, да? Новый рост. Вот он весь такой. Естественно, надо будет пересадить. Это только выходные. Все это воскресенье, все это произошло. Они у меня здесь на карантине были. Естественно, надо их обработать, прочистить. Но вроде как ничего такого не вижу смертельного. Ну вот, пересажу и поставлю ее на улице. Она холодного содержания. Так что вот такая вот красавица. И мне сказали, что это природник. Не мне сказали, а я уже проверила. Вот. Вот такие вот корешки у нас, бульбочки. Ну вот, в общем, будем ждать цветения. Так, следующее. Следующая у нас такая котлейка. Даже не совсем котлейка, а такая вот. Ой, сейчас я не могу достать, она уже рассыпается. Это бирочка. Lovely RTH, Lovely Toshi HNA. HNA, я посмотрела, это вроде как те, которые ее зарегистрировали. Так, вот не помню, это должна быть желтенькая с красной губой. Я уже посмотрела, но вот как бы не помню. Вот новый ростик. В принципе, она нормально сидит, там корней. А, там написано yellow. Yellow. Желтая. Вот. Как бы так. Такая вот красотка. Желтенькая. Так, еще одна котлейка. Это у нас Боурингиана. Вот такая вот прелесть. Единственное, что ей нужно тепло. Надеюсь, я найду теплое место для нее. Я вам говорила, что у нас даже в доме зимой 12 градусов опускается. Вот тут такой вот у нее рост интересный. Не знаю, не помню, я такого не встречала еще нигде. Вот такая вот красотка. Причем вот у нее ризома, вот смотрите, какие, они там описывают club shaped. Вот интересная. Ну, немного я там почитала, конечно, но будем ее пересаживать, потому что этот уже упирается в горшок, надо и будет чуть-чуть пошире горшок сделать. Но горшки, слава богу, есть. Вот, и такие вот у нее листья потом. Вот, двойная она. Вот. Ну, будем за ней ухаживать. Ну, и угадайте с третьей попытки, что это, кто это. Пока еще не увидели бирочку. Да, Лариса Бессарко не уходит.
Так, этот обещали, что будет лимонного цвета. Ну вот, посмотрим. Попробовала я найти родителей, ничего он мне не дает. Вот. Ну, посмотрим. Будем ждать. Но ждать это будет, наверное, долговато. Ну, посмотрим. Пускай себе наращивает ботву пока. И будем ждать цветения. Так, ну, Лариса урвала корзиночку. В общем, задешево. Вообще хорошая была, был аукцион. Вот такая вот. Ну, у меня есть несколько, конечно, но они старенькие. Так что будем думать, кого сюда посадить. Такая вот классная. Ну, а это королева моего, скажем так, улова. Это у нас Сарко Набиак. Тут этот горшок. Вот смотрите, какой горшок здоровенный. Это, наверное, все 17. Ну, сейчас как его сделать, чтобы все увидели. Вот смотрите, какой горшок. Там, по-моему, я насчитала 7 растений. Это вообще 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот такой вот громадина. Но сейчас я его, наверное, не буду пересаживать, но я еще подумаю, посмотрю. А может, и сейчас пересажу, потому что там новые росты пошли. Вот это надо оборвать. Причем там новые корни прут только так. Вот. Этот мне сказали, подсказали, что это будет белые с красными пятнами. Такие размытые. Если я найду фотографию, положу, выложу фотографию. Интересный такой цветок. Так, там, по-моему, уже улитки. Что-то вижу, блестит. Но ничего, все равно же надо будет его вытряхнуть из этого горшка. Пересадить их нормально в отдельные горшки. Ну, как бы и все. Ни много, ни мало. Сколько? 1, 2, 3, 4, 5 растений и корзинка. Ну вот. Но не с пустыми руками. Вот. Хотя я взяла, честно скажу, взяла мало денег. Вот. И думаю, нет, думаю, буду себя держать в руках. Буду себя держать в руках. Но я когда пришла, там столы ломились от этих всех растений. Я себя держала в руках очень даже половина аукциона, очень даже хорошо. В принципе, я знала, что я хочу. А потом решила, что нет. Я упускаю такие вот интересные растения. Думаю, нет. Пойду-ка я сниму еще деньги. Ну, банкомат был за углом. Пошла, сняла еще деньги, еще купила. Так что вот так вот. Ну, слабая я. Ну, что я могу сделать? Слабость у меня такая. Ну да. Я еще про подарок забыла. Вот мне подарили такую красотку. Вот такая вот. Такая красавица. Смотрит она у нас вниз. Вот она. Это у нее 1, 2, 3 цветоноса, детка, прекрасные шикарные корешки. Сейчас я вытащу. Это я уже поставила ее, где я видела их, ее корешки. Где-то не помню, где я видела. Но они большие корешки. Вот это у нас Людимания. Людиманиана.
Вот мое имя там они поставили, написали. Это Питер с Барбарой, они, наверное, я часто уже рассказывала про Питера. Мы с ними ездили на выставку в Нью-Плимус. Вот первая выставка в январе. Вот мы с ними ездили. И когда в прошлом году у нас была выставка, и Питер что-то говорил про красный сарк. Я говорю, так у меня есть красный сарк. И показала ему фотографию. Вот. Барбара говорит, вот, говорит, у кого можно потом купить красного сарка. Я на следующий день, значит, когда привезла все цветы на выставку, привезла ему подарок этого красного сарка. Ну, он, естественно, обрадовался, все. Вот. И вот, когда в воскресенье у нас был аукцион, говорит, это, говорит, мы тебе, говорит, дарим. Вот. Ну, вот тут тоже меняемся растениями, что очень приятно, конечно. Ну, все на этом. Буду с вами прощаться. Увидимся в эфире. Здоровья вам и вашим растюшкам. До новых встреч. Пока-пока.